кого в первой тройке Спартака самое стильное пальто? Самое стильное у номера 17-го, у Морозова. Почему не у вашего любимчика Голдобина? Потому что у Вани работает контраст светлый с темным, это очень круто. Да. Это первое звено, их нельзя никак разделять даже в стиле, все великолепны. Бежевый мне очень понравился. Голдобин вторая. Голдобин. Почему? Ну, мне она больше понравилась. Вперед, Спартак! Вперед, Спартак! Куда вы пошли? Здорово. Почему сфотографировались именно с защитником Чайковского? Крутой. Самый сильный бросок в команде у него? Да. Выходит Морозов вот в этом пальто? Да. И Голдобин вот в этом же? Но у него нет контраста, а у Морозова есть. Руководство обратить внимание и уже всем игрокам купить серое пальто, раз ему так это нравится. Он повторяет за мной, тут очевидно все. Я первый купил, а потом ребята начали повторять, но я не обижаюсь на них. Пожалуйста, пусть ходит, покупает, как у меня пальто. Будем похожи. У него есть чек? О, спросим у него чек. Какая дата в твоем чеке? Ну вот он принесет, мы его покажем. О! Опять Голдобин. Нет, здесь. А здесь у кого? Круче. С черным круче вот этот на контрасте. А в финале Морозов побеждает, да? Наверное, да. Хотя одинаковые пальто у них. Вперед! Ну вообще первым я купил, наверное, лет 6. Я еще его в Нижнекамске брал, поэтому Коля еще в школу ходил, когда я его покупал. Дорогие болельщики, спасибо, что сегодня нас поддерживали. Приходите 6 ноября, будет для нас очень важная игра с питерским СКА. И я считаю, что будет накал эмоций, страстей не меньше, чем вот сегодняшняя игра.